Подлежащие сносу гаражи в Архангельске сегодня оказались настоящей кладовой. Правда, вот содержимое сомнительной ценности – коробки с алкоголем. Всего 200 упаковок, это 2000 литров. Все хранилось в одном из гаражей на проспекте Новгородский. На первый взгляд, акцизы и этикетки напечатаны на обычном принтере. В связи с тем, что на обнаруженной спиртосодержащей продукции присутствовали признаки контрафактности, она была изъята сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по городу Архангельску. В ближайшее время будет назначен ряд соответствующих экспертиз. Также ведется работа по установлению собственника данной продукции. По одной из версий, спирт могли распространять в питейные заведения города, в том числе в круглосуточные наливайки.